Парный прогон. Что же мне делать с тобой, музыкант, а? Слушай, ну спой что-нибудь. Ты разбила мое сердце на тысячи маленьких кусков. Я не знаю, к чему я теперь готов. Что-то лучше не понял ничего, я тебе про несчастный случай расскажу. В общем, в 1999 году выходит альбом «Чернослив и курага». В тот же самый момент Леша Куротев снимает программу на РЕН-ТВ, которая называется «Несчастный случай», так и называется она. Вместе с квартетом И ставит спектакль «День радио». Из него потом вырос спектакль «День выборов». Ты понимаешь, в 2005 году выходит альбом «Последние деньки в раю». В 2007 году Алексей Куротнев пишет стихи для детского спектакля «Конек-горбунок», который ставит театр-студия Олега Табакова. Ты понимаешь, человек постоянно находится в творческом поиске. А ты что ищешь? Мелочь по карманам пособираешь? И что я сейчас читаю? Да, а что я читаю? Я читаю следующую нашу темку, связанную, и, конечно, в очередной Москвой... раз, конечно, хочешь как бы доказать превосходство ташкентских мигрантов. Нет, я не хочу сказать превосходство, мигрантов. Но меня всегда удивляют люди, которые не любят, понимаете, помимо того, что не любят на рынок ходить, понимаете, это моя жена Вера, она ездит, она считает, что на рынок ходят, люди немножко нечистоплотные, понимаете, все-таки надо пойти в супермаркет и взять там по нормальной цене, по дорогой, а рынок чем прекрасен для ташкентского люда вообще? Тем, что можно поторговаться, нормально. Сбавить тело, пообщаться с человеком. У меня рекорд был в Израиле. На самом деле не в Ташкенте, в Израиле. Я жене хотел купить браслетик $140. Пожалуйста, аукцион. За сколько я его купил? Быстро, первую цифру. Вы человеческие цифры называете. Что же вы так? Это же фашизм уже обыкновенный. Чего? 99. Неплохая цифра. Эта цифра была. Эта цифра... 20. Была предпоследняя 20, я сказал, что разговора нету, и ушел. И этот продавец пошел за мной по Израилю. Он пошел просить, сколько я назвал. Короче говоря, не буду вас мучить. Да. Короче, я купил за $4. Хотел рассказать историю про торги еще более быстрые. Это не с нами было, но с нашим, в общем, знакомым, хорошим Кириллом Кальяном, таким довольно известным теле- и радиоведущим. Кирюша Кальян размером ровно с Игоря Золотовицкого. Человек только белокурый, с голубыми глазами, тронутыми поволокой вечной. Вот. Он был в круизе в Тунисе. Ну, в круизе-то не только в Тунисе, вообще в круизе по Средиземному морю. И в Тунисе сошел на берег. Выходит первым Кира Кальян, 2 метра ростом, вот такой. К нему кидаются арабские таксисты, которые кричат: «Мистер, мистер, тусите, тусите, тусите». Он говорит: «Сколько?» Они говорят: $100. Идите нахер. Говорит: «Окей, ту». А москвич, он считает выше своего достоинства торговаться. Потому что у него на кармане всегда столько бабла, да, что ни один таксист его за раз не может вот высосать. Просто вы не общительные ребята. Как очень точно сформулировал это в своем спектакле «Быстрее, чем кролики», квартет И, там Леня Барас говорит прекрасную фразу, он говорит: «Ты вообще в последнее время ты себя не ведешь, ты себя позиционируешь». Да, вот как бы я позиционировал себя, будь на то воля Божья. Я был прикольным ребенком и не играл в погремушки. Я мастерил шестеренки, метал снежки, как из пушки. Мне говорил с удивлением директор детского сада: «Пацан, ты чё, самый умный? И чё тебе больше всех надо?» А я молчу, мне даже как-то неловко. Сижу, молчу и бормочу незаметно. Я же не шучу, я прохожу подготовку. Все дело в том, что я совсем пацан, а вот никем не пойманный. Я повзрослел как-то сразу и стал стальной, как пружина. Изобретал прибамбасы, блистал в народной дружине. И говорили соседи: «О!» С оттенком легкой досады: «Мужик, ты чё, самый умный? И чё тебе больше всех надо?» А я молчу, мне даже как-то приятно. Да
сижу, молчу, такой вообще безответный. А что сказать, когда и так все понятно? Все дело в том, что я... Вы просто так, а я... Смотрите, люди, я... Вау! Я никогда не устану служить народным кумирам. Весь мир однажды признает мои заслуги пред миром. Мне скажет сам Альфред Нобель, вручая, скажем, награду: дедуль, вы чё самый умный? Вам чё тут больше всех надо? И встану я во весь свой рост невероятный, и я скажу в своей речи ответной: спасибо всем, мне было очень приятно. Все дело в том, что я... Никто ж не знал, а я... На самом деле я... Бэтмен. На самом деле я Бэтмен, Бэтмен. Никто не знал, а я Бэтмен, Бэтмен. Спасибо, люди, я Бэтмен, Бэтмен. Никем не пойман и Бэтмен, Бэтмен. Я-я-я-я. Hello, good citizen. Do you wanna fly with that Batman? Go, okay. Do you wanna fuck with that big? Ой, болеть мои крылья. Парный прогон. Сейчас хотелось бы немножко поговорить про сладкую тему для нас, артистов, про алкоголизм. Не знаю, как у вас в шоу-бизнесе, а у нас в театре не пьют. У нас похмеляются только, ты знаешь. У нас, в смысле, так, это текст повторим. У нас был спектакль «Синие птицы», который идет там у Татьяны Васильевны Дорониной. И утро, 9 утра, ненавидящие бабушки своих внучков и внуков сидят с утра. И, конечно, актеры загримированы полностью под животных, собаки, кошки, хлеб, молоко. И суфлерша, девочка новая, Ирена такая хорошая, красивая, как Мальвина она такая. Красивая, сидит и любуется. И актер, который играет кота, вдруг забывает текст. Ну, с утра. Ну, вчера с друзьями повторяли текст долго. А в 9 утра он вышел уже котом, и он так тихонечко к суфлеру идет. А он кот. У него усы, уши, он кот. И он ничего не может ей говорить, в смысле, подскажи. И он ей говорит там, кис-кис-кис-кис. Нет, он ей говорит, кис-кис-кис-кис. И она сидит такая, и она думает, господи, со мною, с простой девчонкой, народный артист. И она ему так, мяу. Ответом будет песня и ваши аплодисменты, конечно же. Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции, сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне списать десятичные дроби, потом целовались с тобой в гардеробе». И тут я читаю недавно когда-то, что ты стал гением, лауреатом, а ну-ка пойдем-ка все это отметим, и что бы вы думали, он ей ответил: «Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Вообще-то-дуба, вообще-то-дуба. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Вообще-то-дуба, вообще-то-дуба. Что к этому моменту во мне уже внутри 0,5, 0,7, 0,33. 0,5,
0-7, 0-33. Один электрик приходит на вызов, где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает: вот такая брюнетка. Ой, я не одетый, вы извините, да вы не стесняетесь, вы проходите. Муж на работе, на даче, детки, а у меня ужасный искрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. Вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете. И что бы вы думали? Он ей ответил: я вижу, вы хотите со мною танцевать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба. Что к этому моменту во мне уже внутри 0-5, 0-7, 0-33. 0-5, 0-7, 0-33. Глаза и зануды редкие, что математики, что электрики. Первых я видел в гробу в белых тапочках, электрики мне вообще до лампочки. То ли дело судьба музыканта, особенно после второго стаканта. Девчонок вокруг видимо-невидимого, здесь, например, человек, ну, 300 минимум. 300-400. И эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания. Явно готовы пойти навстречу. И что бы вы думали, я им отвечу. Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба. Давайте потанцуем, но чур не забывать. Вапшу-ба-ду-ба, вапшу-ба-ду-ба. Что к этому моменту во мне уже внутри 0-5, 0-7, 0-33. 0-5, 0-7, 0-33. Простые числа. 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 Я приглашу тебя в эфир. Ну, ведущего к тебе. Кого я позову, понимаешь? Ну, я понимаю, Леша Кортнев, несчастный случай. Это же вот, это мужчина, это харизма. Он вышел на сцену, вот, подача, понятно все. С ним, конечно, Игорь Яковлевич Золотовицкий выходит. Ну, а ты что, что вот это вот, кисель вот это вот, висит, вот что тут? Бубенщики, колокольчики, что, женщины на это, что ли, возбудятся? А ведь Игорь Яковлевич Золотовицкий, он актер. Он актер с большой буквы. Он в 83-м году он закончил школу-студию МХАТ. Он больше 20 ролей сыграл в театре. Ты понимаешь, он 3 спектакля поставил в качестве режиссера. Он знаешь, как говорил? Он говорил, актер должен быть уверен в себе, потому что неуверенность в себе рождает комплекс. А музыкант должен быть уверен в себе, что ты стоишь тут растопырился, а? Вы знаете, а вот теперь дошло, как бы пришло время рассказать, что практически у нас-то семьи одинаковые. Значит, жена у тебя откуда вы родом, скажи мне? Черчик. Черчик. Это, я вам хочу сказать, это почти что, это не почти что, это район Ташкента. Мы ташкентские, да, значит... просто 20 километров. 20 километров. Господи, значит, у него жена Ташкент, муж московский.
А я муж московский, жена ташкентский. Да. То есть наоборот, муж ташкентский, жена московский. Сейчас смотри, как да, интересно. Да, да. Два человека из Ташкента. Моя жена и ты, да? Да. Она татарка, ты еврей. Нет, но Ташкент, ну что мне говорить, ребят? Конечно, я женился из-за прописки. Что там говорить-то? Безус. Я иногда что так и говорю, прописочка ты моя, милая. Нет, но потом уже, конечно, мы полюбили друг друга, безусловно. Мы полюбили друг друга. Нет, мы познакомились. У нас романтика. У вас была романтика? Знаешь, какая была романтика? Да. Значит, привели Амину и подружку ее, Юлию Барсукову, будущую олимпийскую чемпионку. Юлия Барсукова, художественной гимнастике. Привели на концерт в Центральный дом художника. Привели и посадили прям в первый ряд. А они были после тренировки длительной. Да. Вот, они пришли обе вот в таких юбочках, вот таких вот просто. Ай-яй-яй. А вам выступать еще, да? Сели в первый ряд, вот так вот ноги вытянули, прямо доставая до сцены ими. Было что вытягивать. Вот, и уснули нафиг обе сразу. Опс! А мы играем где-то, час 45 примерно концерт, и они прямо друшляют все это время. Где-то. И только вот предпоследняя песня начинает звучать, что ты имела в виду. Да. И тут обе зашевелились, как-то так сели, чуть-чуть глазами захлопали. Мне Амина сказала потом, это я проснулась, потому что мы под эту песню на ковре бесились. Кувыркали, сделали с лентами бесились они. Это ли не романтика, скажи? Да, у тебя это, а у меня поезд, мы ехали из Москвы. Из Питера в Москву идут девушки, и я своему другу говорю, что хорошо бы к девушке было, у нас купе были. И точно, девушки заходят в купе. Все прям как... Вот сила мысли. Да, сила мысли. Конечно. Правда, одна вышла, одна осталась. Вот уже 21 год мы с ней в этом купе. Ну сейчас тогда давай мы сыграем вот ту песню, вот под которую у нас произошло. Когда у вас проснулись они? Да, когда проснулись. Сыграйте, они. Давайте. Да, что давай. Ты имела в виду? Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Я не понял. Что ты имела в виду? Все понятно, юмор и себе, но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Еще я долго не запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Что ты имела в виду? Опять не понял. Что ты имела в виду? Все понятно, юмор и себе. Но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Да-да, ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Странный вкус темнеет в глазах, и ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, все ловлю на лету, но непонятно, что... Что ты имела в виду? 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 Ой, мама! Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. Че-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Ну ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И чего за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал, у наших все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я все жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Что ты? Что ты имел в виду, что ты имел в виду, что ты имел? Да-да-да-да-да-да. Что ты имел в виду, что ты имел в виду, что ты имел? Да-да-да-да. Я с
пишите тогда вот. Что ты имел в виду, что ты имел в виду, что ты имел. Что ты имела в виду, что ты имела в виду, Рыбина, Амина Зарипова! Советский Союз! Пчелки слетают на поле люцерны. Да ай, то не нефть наполняет собою цистерны. Не волны прихлынули с ревом в пещеру Венеры. Не ветер хохочет и плачет среди арматур. Да юноши вьются на башне радостным роем, то старцы бодрятся, борясь со своим геморроем. Живое стремится разбиться по двое, по трое, и третьему ног собачонкой трется Амур, Амур. Что делает здесь этот мальчик с рогаткой? Он прицелился в сердце мое. Он милый, он милый, он гадкой, он гадкой, но сердце пронзенно сладко поет. Это любовь, это точно, это любовь. Ну да, конечно, это любовь. Ай-на-на-на. На правой и левой руке. Рука руку моет, душа душу ищет. Я полон тобою по самое днище. Ведь это любовь, это точно, это любовь. Ну да, конечно, это любовь. Ай-на-на-на. Заряет вершины долы. Ветер любви раздувает фолды подолы. Игры любви популярней лапты футбола. И каждый живущий пожизненный мастер любви.
любви. И это прекрасно, это красиво. Был я несчастный, а буду счастливый. Алло, зайчик, да, слушаю тебя. Что ты хочешь купить, какой телефон? Sony Ericsson W980, понятно, да, покупай нормально. Я себе тоже что-нибудь такое купил. Так, слушай, надо вот твой диск, и давай, дуй отсюда, короче. Он, иди в переходе на Маяковке играет. Сейчас это я не тебе, подожди. Понял, давай, вперед, все. Был рад, большой привет. Алло, Радио Максимум? А можно Риту Митрофанову? Рит, здравствуйте, это Михаил из группы «Беспринципные бородачи». А можно я вам диск наш завезу? Угу, спасибо. Парный прогон. Музыка делает все настоящее. Чистый звук пробуждает к жизни. С новым W980 и другими телефонами Sony Ericsson Walkman.